Паутина из трещин опутывает квартиру Петра Бирюкова, расползаясь по стенам буквально на глазах. Когда дом, что-то какая-то конструктивное идет изменение, первое, как проявляется, это вот этим вот образом, этой штукатуркой. Понимаете, вот вертикально, если даже дом садится, да, вертикальных трещин не бывает. На трещины и наметившийся перекос в дверных проемах жалуются и другие жители 17-этажки. Они это связывают с ремонтом, который идет на первом этаже. Рабочие на вопросы не отвечают. Их наниматель уверяет, разрешение он почти получил. Да, сейчас мы как раз, грубо говоря, разрешение уже почти что на руках. Не, вы понимаете, почти что на руках и на руках – это две разные вещи. И причем глобальные в наших экономических условиях. Вы можете его и не получить никогда. Председатель ТСЖ уже разослал жалобы во все инстанции, от полиции до госжилинспекции. Оттуда сейчас придет ответ о том, что разрешения на вот эту всю перепланировку у них нет, я уже все узнавал. Жители опасаются, новый дом, которому всего 5 лет, может просто рухнуть из-за перепланировки. Возмутитель спокойствия появляется как раз в тот момент, когда градус возмущения зашкаливает. Объясняет, стены сносят, потому что решил открыть здесь кафе. И уверен, дому это не повредит. Это нормально, если соответствующим образом они армируются, если они соответствующим образом закрепляются. В этот момент времени мы занимаемся как раз вот армированием проделанных отверстий в несущих стенах. Эксперты говорят, случаев перепланировки, когда ремонт начался, а документов на руках нет, все больше. Это незаконно и даже опасно. Все работы, которые проводятся несанкционированно, могут привести просто-напросто к аварии в доме. А последствия, вы сами знаете, это очень серьезные могут наступить, если несущие конструкции будут повреждены. На них держится весь дом. То есть это все может рухнуть, и последствия могут быть печальными. Предприниматель заверил жителей, что до Нового года все исправят. Но его соседи обещаниям не верят и ждут реакции надзорных органов. Мы будем следить за развитием событий. Марина Матвеевна, Станислав Левин. События.